Сотрудники ГИБДД Республики в выходные провели рейд «Нетрезвый водитель». По статистике, именно в субботу и воскресенье происходит наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий по вине пьяных водителей. За два выходных дня экипажи ДПС, представители общественных организаций и народные дружины задержали более 50 водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Ежедневно в республике сотрудники ГИБДД выявляют более 20 нетрезвых водителей. Количество ДТП, случившихся по их вине, по-прежнему высоко. С начала года из-за любителей сесть за руль под шофе произошло более 30 ДТП.